26 августа 2021 год. Это покос, летний лагерь Суворовского училища. Есть позитивный опыт сегодня получен. Сегодня сконцентрировался на скорости покоса, да, ну и на качестве. Ну, конечно, на безопасности катушки уже не концентрировался, не фокусировался. Вот, фокусировался на скорости, потому что вчера вот был полноценный участок стрельбища 30 соток, и я работал до 20-30 закончил, да, и то чуть-чуть не закончил там в конце, да, сейчас пойду закончу. Ну, 30 соток зачет, да. А сейчас 18 часов, а выполнил объем такой же полноценный 30 соток, да, на 2 часа раньше. Значит, что помогло? Конечно, концентрация на скорости. Во время работы, конечно, думаешь о чем-то, да, отвлекаешься. А вот если фокусироваться на скорости, да, ну и, конечно, и подумать можно о позитивном, то, конечно, вот результат 2 часа. Ну, перекус, конечно, сегодня был, кофеек просто в обед. Вот они, обед полноценный. Значит, что еще, как говорит мой внук, это была хорошая идея. Не планировал я вот этот участочек делать 120 метров на 12, да. Но он очень зримый такой. Когда его сделаешь, прям сторона вся закрыта, да. Вот вся сторона ухоженная от этого забора, вот торца, да. И вот не то, что до этого забора, а вообще туда, до самого генеральского домика. Если периметр 200 км, то это, можно так сказать, половина 600 метров. Да? Вот они все ухоженные. Там дальше за туалетом, там вот тактическое поле. Вот если так все сложить, то вся сторона ухоженная. Ну, я думаю, что руководитель, он так и мыслит большими территориями, да. Вот, хотя и тот периметр все сделанный. И еще, вот эту я не планировали мы даже делать, комендант даже не ставил задачу. Она вроде классная трава, еще поросла бы, но на фоне скошенного, да, она, конечно, я так посчитал, это была хорошая идея, скосить ее просто, чтобы не было никаких, вот, прицепок, да. Вот, теперь никаких вопросов не возникнет. Все, доволен я сегодняшним днем. Получается, начал 9 соток тактическое поле, потом возле туалета там 7 соток, 16. Вот это получается, ну, скажем, 13 соток, да? Вот это сколько? 29 соток, да? И там соединил 9 соток, ну, это ни о чем, трава там просто пошибал высокую траву, да? Вот, и то 35 соток. И еще там под окнами сейчас пойду пройдусь. Там вот увидел, что там тоже трава что-то поперла. Надо там еще тоже будет поработать, под окнами поработать. Короче, 35 соток зачет, реально. Все отчеты на YouTube-канале Стороженко Владимир будет через недельку. Здесь интернета нету. Заказы по телефончику +7 924 123 24 44. Пришлось надеть маску, снять на комарник, потому что здесь вот дресва, камушки. Помогай Бог. Хороший день.